Компания M-Plast взяла курс на импортозамещение еще в 2007 году. Например, здесь уже 10 лет производят полиолефиновую пленку, полноценный аналог зарубежной. При этом на предприятии постоянно работают над улучшением технологий и новинками. В прошлом году была отработана технология по двум новым продуктам. Это пленка из сшитого полиэтилена, которая имеет существенно более высокие прочностные характеристики по сравнению с нашим традиционным продуктом. А также была отработана технология по биоразлагаемой пленке, которая частично позволяет решить проблему утилизации полимерной упаковки. Новые разработки позволяют компании дополнительно укрепить свои позиции на внутреннем рынке, а также увеличить объемы производства и расширить географию поставок. Хороших вам новостей!